С вами Антихрист, и сегодня будем играть в Silk Knight. Игру, которую я почему-то до сих пор не снял, хотя я в нее раньше играл очень много, и как бы она мне сильно запомнилась, да. Это что-то на уровне Geometry Dash, наверное, в свое время было. То есть я также в нее любил играть и так далее. Ну, а сегодня у нас будет некоторый челлендж. Мы попробуем пройти какой-то элитный босс-раш. Я не знаю, правда, что это за элитный босс-раш, но... Короче, надо выкинуть оружие и пойти без оружия в босс-раш. И, ну, по ходу дела, оружие, собственно, подбирать, пока ты проходишь саму охоту на боссов. Какой выпадет, такое и использовать. То есть, ты не можешь там крафтить и так далее. Надо тебя пробовать пройти. Не обещаю, что получится, но надеюсь. Кстати, я ведь так и до сих пор и не... О, две попытки, это, кстати, неплохо. Я до сих пор не прошел босс-раш на убойке. Очень странно, но факт. Я не знаю, почему не могу пройти. Вот, видите? Старый пистолет, плазменный орел, посох приливов. Блять, надо, короче, спешить, пацаны, все. Надо спешить, надо спешить, надо максимально быстро спешить. Я не говорю, что у меня получится, но я очень надеюсь. Все, давайте. Надо, блять, спешить нахуй максимально. Я выберу рыцаря, потому что, ну, как бы... Не знаю, я привык играть за рыцаря, как бы. Вот ты охуевший. Надо поближе к нему стоять. Блять, он мне всю броню снес, мудел. Мудила. Здесь какое говно, лучше я плазменный бластер бы взял, чем вот это вот. Да твой рот наоборот вертел. На, блять, я тебя запинаю. Мудила. Просто изичка нафиг, просто изичка нафиг. Огненный бластер, дудка. Дудка херня полнейшая. Что-то медленно пока идем, ну ладно. Создает пихревый удар при победе над противником в ближайшем бою. Говно. На один при наложении тотального эффекта на врага. Что? И в чем рофл, я не понимаю. По-моему, тут все полная херня, типа. Ну, лучше уже это, я не знаю. Лучше уже это. Это тоже абсолютно почти бесполезно для меня, в моей ситуации, но хоть что-то. Ой, блядь, ну сеть, ну что за издевательство? Ну что это? Оно наносит нулевой урон, мне кажется. Нет, печь пересоздания мне абсолютно не нужна. Печь приплавки мне понадобилась, но это точно нет. Дурман, я его ногами запинаю, я не знаю. Ох, слава богу, это очень трудно мне далось. О, а вот это гиперэмба, люди. Против боссов это гиперэмба, все. Я надеюсь, мы успеем на спидране. Так, это фигня. Это фигня, это фигня. Вот, это отлично, это отлично. Так, идемте дальше. Лазерная рыба. Ну, это полная херня, но хотя бы получше, чем все то до этого. Давайте на этой херне пойдем. Все, пошли, давайте. Гоблин-священник это трудный босс, но я думаю, его уничтожу. Все. Все, поехали. Ты мудак. Мне еще это отравление наложил. Ай. Как ты это вообще сделал? Ну идите на него, идиоты. Чего вы около меня идете? Все, сдохни, красавчик. Красавчик, что сдох. Ничего полезного, магический посох, полная херня. Нихера не контрит. Ой, мы что-то пока опаздываем. 3 босса за 3 минуты, это очень мало. Надо быстрее двигаться хоть как-нибудь. А с остальными боссами-то что будет? Серые леса, ну такой себе, полный как по мне. Херня, ничего не нужно. Давайте, ну быстрее двигаться надо к боссу. Ой, только не пасхальный кролик. Ой, ёбаный рот. Рот его наоборот, этого пасхального кролика. У меня 0 иммунитетов к яду. Только оружие неплохое, более-менее. И то, я не думаю, что справлюсь. Потому что 33 отравления, 1 000 000 противников. Это все, что умеет кролик. А, хотя мы его унижаем, мы его унижаем, слава богу. Все, мы его унизили вообще на изи. А, спасибо, кстати, что наложил отравление, мне это очень понадобилось. Ай, блядь. Рыба,
Небесный меч, это заебись. Небесный меч не очень поможет. А, однозначно, однозначно. А что еще брать? Меня уже не уже так 2 хп снесли. Все, давайте быстрее. Пока что медленно идем, надо очень быстрее намного идти. Водный бак. Да, спасибо большое. Надо намного быстрее идти, как по мне. Король скелетов, физичный босс. Главное, у него много хп, но надо побыстрее с ним справиться, главное. Унизили на изи. Ничего удивительного, в принципе. Идемте дальше. Надо быстрее. Значит, мы сейчас обосрёмся иначе. Надо быстрее идти. Зелье энергии нафиг не надо. Растение меч, так. Давай быстрее, мудак. Все, будет танковать, я буду бить. Окей, король привидений, это пиздец ебанутый босс. Ну давайте, и мы его разъебем. Все, подыхаем, мудак. Просто лошок какой-то бомжарский. Идемте дальше. Выберите бонус. Хуйня-хуета. Тут все параши, я не понимаю даже, что выбрать. Тут все нацелено не на то, на что мне надо. Блять, это пиздец, пацаны. Окей, возьму это. Может быть, это хоть как-то мне теоретически может помочь, окей? Так, идемте дальше. Пока все идет неплохо, но надо поторапливаться. У нас не будет так много времени потом, как у нас сейчас. Король, блядь, ну вы издеваетесь, мудаки, вы просто конченые. Ну вот просто вы ненавидите, блядь, наверное, меня. Хуже не придумаешь. Я просто не могу хуже придумать для себя. Ну вот это просто голова, это просто, главное, пиздец. Ее главное сейчас трахнуть. Если мы ее не трахнем в ближайшие пару секунд, блядь, то она нас выебет. Все, заебись. Трахнули. Осталось... этого глиномеса убить еще. Убиваем глиномесов, убиваем. Сдохни, блядь. Изи, просто сосать. Сосать изи, блядь. Это берем сюда, идем в портал. Все, пока у нас все идеально получается, но надо поторапливаться, потому что, наверное, мы последних боссов будем убивать за еще большее время. Ой, блядь, только не эта техногенная локация. Ненавижу ее. 5 минут остается, блядь, надо быстрее заканчивать, надо быстрее. Давай быстрее, заебал, блядь. Берись, сука. Паршивая. Все. Бля, у этих боссов, да хуя хп, я их ненавижу, поэтому, блядь. Сука, босса за... Просто сдохните, мудаки, блядь, все. Ах. А, похую. Ой-ой-ой, как-то нехорошо совсем, блядь. Сейчас будет босс третьего этажа, это вообще кошмар же. Окей, ладно, босс этой локации очень легкий, у нас и просто нет времени ни на что, блядь. Если это будет этот хуево пират, то мы точно не успеем. Да, это хуево пират, окей, мы не успеем. К сожалению, да, мы скорее уже с вероятностью 99,9% мы провалили. Ну, блядь, мудак, Трахтенберг, блядь, ебучий. Спасибо, кстати, что заруинил мне забег, мудак. Ох, блядь. Фух, окей, мы выдержали его, но мы уже не успеем, к сожалению. Ой, сейчас мыши-дракончики порофлы будут чисто по приколу. Ну, слава богу, у меня хотя бы иммунитет есть, поэтому есть все шансы. Вулканический червь, окей, спасибо. Все, забег 100% заруинен, все. Скажите спасибо пирату и вулканическому червю, который просто пидераст. Вонючий, блядь. Ненавижу его нахуй. У него ни одной атаки нормальной нет, блядь. Его главная способность это просто пиздец. Ну вот просто он не сносится, понимаете, он не сносится.
Вот он говорил мне, что его руками нахуй снес. Это невозможно. Он, наверное, просто использовал эту хуету, как его называют. Блядь, да залупа, сдохни, ну ты. Ну это просто пиздец, как бы. Как мне затащить? Как мне затащить за. Мне вообще его быстро затащить возможно. Блядь, сейчас сдохну. Блядь, я сдох. А, так и быть, воспользуюсь рекламой. Надо быстрее его, потому что добивать уже. Ну я не знаю, это пиздец полнейший, блядь. Он просто не дается нахуй. Он просто не дается. Это мудила просто не хочет даваться. Она просто не дается. Она просто меня ненавидит. Я не знаю, как бы. Что, как мне быть, как мне быть. Вот она просто, это издевательство, это не босс, это издевательство натуральное. Я его рот наоборот, это просто кошмар какой-то. О боже ж ты мой, все, одно хп оставил. Во-первых, у меня шансов пройти следующих боссов почти что нет. Во-вторых, времени уже нету просто, ну. Спасибо, черт, мудила, блять. Конченый обмудок. Анубис, окей, Анубис мегаизичный. Как бы гиперизичный. Здравствуйте, это Gravity Falls, великий и самый сильный кто? Это он, реально. Изи, просто босс изичка, я не знаю. Унижаем, как можем. Но мы не дойдем. Ну, к сожалению, дамы и господа, мы не дойдем. К сожалению, дамы и господа, мы не дойдем. А что это? А, это вообще другая хуйня. Да, блядь, зачем я тут встал? Все, это... Что это? А, все, ГГ. Окей, хорошая игра была. Дамы и господа, спасибо за просмотр. С вами был Антихрист. Всем удачи и всем пока. Ладно, это не пока еще. Ну, просто потому что у нас шансов как бы нету. У нас их ровно ноль, как бы, я не знаю. Сколько у нас шансов? 3 шанса, 2 шанса. Как его возможно, блядь, руками запиздить? Это невозможно его руками запиздить. Потому что он эту хуету спавнит, блядь. Ну, что это, типа, вот. Все, спасибо, дамы и господа, за просмотр. С вами был величайший Космик Фаерворк. Ой, не Космик Фаерворк. Спасибо всем за просмотр, с вами был Антихрист. А всем удачи, всем пока. У нас нихера не вышло ровным счетом. А что это такое? В смысле, то есть я прошел на усложненных я на усложненных условиях прошел несколько боссов. Ну, кучу боссов вообще-то я старался. И мне еще занизили, да вы охуевшие мрази. Вот играть теперь в эту херню. Я не буду играть теперь в эту херню, не знаю. Ну вообще, полная фигня. Как по мне, это полная фигня. Не понравилось мне. Вот вообще мне не понравилось. Фигня, все. Это не потому, что я ноускил, это потому, что испытание дурацкое абсолютно. Только на алхимика, блин. Ладно, спасибо за просмотр. С вами был Антихрист. Всем удачи, всем пока.